что так много людей сегодня пришло для нас, повешивать нас нашими народами. Ведь эти багаты, когда за одного боку времени мало часу, какой-то час здесь только начинают самостоятельно ходить и нечто путать. А для нас багаты это великая польза средства, польза 50-60 проектов, белорусские, международные, польза 100 культурных импрезов. И мне очень приятно, что уже тяжко полечить своих людей, которые вокруг нас собрались. Мы сегодня у всех это добрый долг. Этот проект, который называется как «Страшные сказки», это, как сказала Анна, это первая персональная выставка, на наш взгляд, очень уникального белорусского молодого художника. И несколько слов я скажу, да, об этой выставке. Это такой, на наш взгляд, да, такой путь от такой лечения ар брут, потому что Михаил Циньков, я, кстати, представлю автора, Михаил Циньков работает под псевдонимом АРЧ, и его творческий путь начинался как художник, не имеющий как профессионального образования. И первые свои творческие шаги он делал под псевдонимом «Осел». И здесь можно по работам предугадать и проследить. Галерея здесь представлена на выставке работы с 2003 года. И вот эта потребность, да, возникла в Мише, потребность рисовать, и вот эти темы для него, видимо, очень важные, тема, о которой он не может не говорить. На этой выставке здесь представлены как бы работы с самых первых его шагов до работы этого года. Спасибо. Главное, что вы здесь собрались на выставке. Большая благодарность галерее Городской, что организовывались праздник. На самом деле великолепно.